А вы откуда? С Украины? Я с Донецку. Я с Чехии, чех. В Донецку сижу. В В городе. Донецке служите? В ДНР, да. Ого. А что это вас туда так занесло-то из Чехии? Ну, мы уже здесь 4 года с товарищем. Мы служили в интернациональной бригаде 15, потом сотке. После гибели Захара мы се уволнили. Так и сейчас, то есть вы в смысле воюете на стороне ДНР, да? No, já už, že my se posle gibeli Galavy republiky uvolili, protože to mnoho věcí se nám nenávilo, že to, no izviníte, můj ruský není atličný, no žena moje ruská, já tak. Не, нормально, нормально у вас по-русски. Я-то сам в Канаде живу. Я знаю, я вас начал смотреть, потому что помогаю товарищи, что торгуют с českими кухнями в Донецке. Так я просто бродил по интернету и поискал чат-рулетку. Я первый раз на чат-рулетке зас. Ага, понятно. Понятно. Ну и как вам, Искал ДНР? вашу кружку, замечал он. Ясно, ясно. Спасибо. Как вам в ДНР живется? Ну, война, жизнь тяжелая, но люди хорошие, очень добрые люди русские здесь. Особенно в прифронтовых частях города. Я А почти в два... интернациональной бригаде вы сказали, пятнашка называется она, Да, да? мы начинали в 15 году в начале, потом в августе 15 года открывали сотой бригаду а полтора года прослужили в Петровском районе. Такže поселок Шахты Трудовский є очень хорошим знаком там. Понятно, понятно. А много там вот с Чехии, из других стран с вами? Но в начале 15 года было много, остались просто люди, которые хотели остаться до конца. Сол здесь французы, мой товарищ Чехии, Чехов не очень много, 5-6. И французы даже есть. Да, тоже Эрван Кастел, ten до сих пор служит, на промке сидит. Такой старый мужик, хороший, тоже нам очень на начале много помог с товарищем. Молодцы, ребята, молодцы. Ясно. А русская жена уже там женился, да? Нет, я еще перед тем, чем мы приехали. А, уже была, понятно, Да, понятно. да, 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 да. Понятно, Я понятно. советский человек, я гомосоветикус. Я не совсем молодой, так мне уже 45 годов. Ну, понятно, понятно. Понятно. Как там? А где вы, в самом Донецке сейчас? Да, на Артема сижу сейчас, ведле Sky City, опротив мне. Это мажорская ресторация, как се называет? Sun City, Sun City. Понятно. Ну, так у вас, я так вижу, и бизнес есть свой там, да? Это товарищ, нет мой бизнес. Это просто человека, который с чехами торговал уже 25 годов, а он очень тоже помогал нам, заботился о нас. А Понятно. я его тренирую пауэрлифтингом, Ага. занимаюсь. Ясно, ясно. Молодцы, молодцы. Ну, понятно. Какие планы на будущее-то? Ну, потому что ситуация экономическая здесь очень сложная, мы работали за 200 евро в месяц. Будем се стараться въехать, но... Я думаю, что мы здесь уже сейчас не нужны, что уже политики более Ну, не знаю, не решали. знаю. Там он Порошенко готовит новые провокации. А так от 15 года мы каждый месяц дали наступление, каждый месяц постоянно. Мы прямо на предку стояли на у Маринки на стеле. У нас было 270 метров в прошлом году к Украине. Понятно, понятно. Ясненько. Я Хорошо. просто... Приятно с вами было встретиться. Так не ожидал. Не А ожидал, я честно. вас искал, я хотел посмотреть кружку, что за все, если это реалита, потому что... Да, кружка Да. настоящая. У меня нет такая классная, у меня такая... Еще темно на фронту была. Понятно. Ну, эта кружка у меня уже это как бренд канала моего. Я понял, как дразнить этих наших небратьев. Ну, да, интересное слово дразнить. Сейчас такое слово называется троллить. А я, чем мы приехали сюда, так в 14 году были посмотреть, если все, что говорит, даже российская пропаганда и правда, посетили мы город Чернигов, а после этого реально решили приехать в Донецк с товарищем, потому что мы все хотели посмотреть властными глазами. Потому что мы спокойно жили на Кипре уже 6-7 годов, я.
Ну, А то есть после событий. вы приехали и убедились, что все-таки российская пропаганда не такая уж и брехливая, да? Ну так смотришь, потому что совсем на Кипре другие старости, там свой бизнес был. А смотришь, видишь новости, видишь за Мариупола. Просто после Одессы, что ze старых времени se нам всепло в головах, а говоримо, что пошли, пошли. Они все это игнорируют, это им бесполезно говорить этим. Мы се старали открывать консульство в Чехии, Донецкое, мы все сделали, но просто не доходи. Журналисты уже сюда приезжают с тем, аж знают, что они будут писать. Это им даже не надо приехать. А Мы же что, дома в сидим. Чехии уже консульство ДНР есть? Да, уже от 16 года. Значит, они признают это? Нет, это было делано как общественная организация. Это Климкин этого психовал. Это все открыло 1. сентября 2016 года. Вроде как бы ином дружественный акт, это не имело никакой правовой на миду, небо на баро были большие проблемы а хахле психовали се этого было. Так подразнить просто этих коричневых небратьев хотело се. Понятно, понятно. Ясно. Так вы непосредственно воевали, принимали участие в боевых действиях, да? Но мы держали рубеже, мы на контакт не выходили. Просто мы держали рубеже. Моя самая близкая позиция была на Маринке, на Бунгру, там было 270 метров украинцев. Но мы приехали в 15 году уже после Дебальцева. Это время уже таких прям столкновений не было. Понятно, понятно. Но Ну, да хорошо, хорошо если нас долбили 120-ми минами, танкем нас гоняли по териконах. ясно. Але на контакт мы с ними не выходили никогда. Ага. То есть прямых боестолкновений вы не принимали участие? Нет, ну, мы держали рубеже, а они нас просто обстреливали. Мы соблюдали Минские договоренности, нехали се обстреливать. Люди гибли в блиндажах. Ну да. Ясно, ясно. Даже в 16 году с нами Россия 24 сделала репортаж. Осколки мира называется, можете сам поискать. Как? Осколки мира? Да, потому что в это время даже Россия как бы не смотрела, что здесь идут боевые действия, так ребята замечательные приехали прямо к нам на позиции, на терикуны, сняли репортаж хорошо. Там бабушки уже 4 года жили в подвале Я бомбоубежище, потому посмотрю, что... поищу эту передачу, обязательно посмотрю. Осколки мира. Да. Мой Ясно. позывной бегемот. Бегемот? Да. Ну, какой позывной, такой человек. Ну, по вам видно, что вы добрый человек. Я просто советский человек. Мое детство было хорошее в Чехии. А после развала Советского Союза шло все так своими путями уже Так другими. ведь и Чехословакия тоже развалилась. Но мирным путем нас Да, развали. мирным, да, знаю. А у вас Вот я один, у думаю, вас что... один язык или разные языки? У нас разные языки, которые очень похожи. Я просто, как вы, думаю, что хахлум тоже понимает, лишь балакаи на своем. Да, я думаю, да. А мы словакам гораздо лучше понимаем. Они очень... Так мы вместе жили по Да, Первой да. мировой войне. Я думаю, что в многих головах просто... Как они нас разделили по бумагам, но как нации нас не разделили. Понятно, понятно. На Словакии более замечательнейшие люди, там более красивые. Ну, возможно, это границами. В Все Чехии верно. не так все однозначно, там 50 на 50. Понятно. Ясно. Ну что, уважение вам. А вам Молодец. тоже за вашу работу. Молодец. Поддержка такая для Донбасса тоже. Это уже считается как международная поддержка. А ведь они нас везде такие украинцы потасковали, я попал в миротворец. А, вы в миротворце уже есть? Ну так наш мы бегемот там боевик НВФ от 15 года. Ого. Так мы се просто глупо медиально засветили в начале. Была такая та эуфория патриотическая, а на этой волне мы се нехали наснимать. Ну что, я ничего не желаю своих поступков. Я все сделал сознательно. Ну, молодец, молодец, уважуха. Вам Уважуха. тоже. До свидания. Хорошо там. Привет всем передавайте. И Хорошо. держитесь там. Будем. Пока-пока.